Наши голодные. А вы что не орете-то? А? Че играетесь? Вы голодные, вы орите. А, это Байкуша тоже голодный. Это он в голоде играет. Не надо. Провод грызут. Все уже разносят дом. Кусаются уже, тягают, все таскают. Шустрики. Все. Вот этот период у нас настал. Вот, Байкушенька. Байкуша тоже с ними уже все пытается играть. Молодец уже. Не боится, что Джейсика навешает. Джейс, вот она не разрешает уходить. Мать наша. Ой, такой. Ой. Вот злюки. Характерные. Характер у нас уже все. Вот мать бесит дитя. Семейка Адамс. Вы что на отца-то накинулись? Он и так боится вас. Байкушки, они тут интересны уже. Трус. Вот воспитанием, Джейсик, конечно, может, так и надо. Вот она. Но она вообще тебе не... Джейс! Джесси! Ох, воспитатель, а! Все, вот она ее что-то ругает. Они же кусаются, нападают. Вообще такие классные. Байкуша. Видите, Джейсик уже все не трогает Байкала, что он к ним подходит. Вот он, фигурное катание, фигурист. Любимое его это дело, так вытягивается. Джейсика, вот мать строгая. Мужика воспитала, теперь детей. Она их воспитает, тоже вот воспитанные. Ух, мать. Бай, ты не расслабляйся уже. Тут Джейсика нет-нет, да, навешает. Ой, герой, Байкуша герой, все. Ай, так, ты там не переусердствуй. Байкушенька, ты аккуратно, то ты можешь не рассчитать. Ему так интересно. Вы наблюдаете за детками, да? Дайте им поиграться. Опа. Мать всем время уделяет. Бать, ты такой куда-нибудь перекусишь. А вот если вы знаете, уже сколько раз так снималась, что Байкуша ее кусает за шею, а ее начинает тут колбасить. Все. Так, дитя не завалите, родители. Джессика. А. Все, не хочется. Джесси. Вот, кажется, так что она больная им. Она, конечно, не сильно кусает, но они, видите, как... Ох. Вот это воспитание. Джессика. Надо на службе где-нибудь там. Кому надо воспитать детей? Джессичка, да что? Вот мать, а? Джесси. Байкуша, иди сюда. Там Барсик. Байкал пошел к Барсику. Байкуша. Ну-ка, зашел. Сегодня не помню, кто на Барсика нарыпался. Барсик забился в угол.
Ой, Байкушенька, я только полы помыла. Байкуша скользит, ходит. Джесика, вот не разрешу. Джесичка, ну дай чуть-чуть, а то они голодные. Пишут, голодные, не кормим их. Ой, кушают они великолепно. Кефирчик, обожают кефирчик с творогом. Кефира, конечно, много уходит. Кашку манную делала на молоке, разбавляла молочко. Ну, как-то не очень она их зашла. Так что предпочитают кефирчик. Сейчас с месяца уже буду более добавлять. Да. А они вообще мясо хотят. И отбирают корм у мамки. Покупаем Джейске корм. Ну, как писали, многие советовали корм нужен. Вот. И они нападают на корм. Так что вытаскиваем периодически у них корм. Что ты у меня выпрашиваешь? Стоит и... Что ты мне кусаешь? Вот такая, да. Ой, вот такая, вот такой вот мальчик. Так. Все, а так все спать. Что такое? Вот у нас тихий час. Так, Маша, это кто тут меня кусает за пятки? Амур. Амурчик. Красивый. Да. Вот такой красивый. Дайте покажу. Дай Амурчика покажу. Ну-ка, Амурчик. А такой красивый. Кусачка. Амурчик. Амурчик. Ты красивый. Так, Челси. Джеська, ну чё ты так это, а? А то на отец пришел. Красавчик сидит. Да, да. Такие красавчики. Эх, мать, воспитательный процесс. У нее тут не расслабишься. Всем, всем накостыляет. А дети где? Вот он, фигурист. Байкуша! Баюшка! Бай! Байка! Ты ж скажи, Маш, я тут детей воспитываю. И вот Джесси позволяет воспитывать. Потягунь. Джесика. Все, видите, по тарелкам пошел. Там корм лежал. Помощник. Ой, все, веселуха пошла у нас. Thank you.